Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня я хочу с вами поделиться невероятно вкусным рецептом творожных куличей. Делается он очень просто, подойдет для всех, абсолютно даже для тех, кто никогда не пек куличи. Итак, вот такие они получаются у нас, безумно нежные, воздушные. Обязательно попробуйте данный рецепт и потом напишите мне в комментариях, понравился он вам или нет. Для данного рецепта нам понадобится 300 грамм творога жирностью 9%, 3 яйца, 250 грамм сахара, 10 грамм ванильного сахара плюс 10 грамм апельсинового сахара. Если у вас такого нет, то можно обойтись и без него. Также 100 грамм сливочного масла, 15 грамм разрыхлителя, щепотка соли, 150 грамм изюма и 240 грамм муки. В яйца добавляем весь наш сахар, также это апельсиновый и ванильный, также щепотка соли и ставим взбиваться в миксере до плотной белой массы. Вот такая в итоге масса у вас должна получиться. Творог пробиваем блендером либо через сито до однородного состояния и смешиваем с нашей яичной смесью. Также добавляем туда растопленное сливочное масло и хорошо вымешиваем. Полной однородности мы не добиваемся, просто хорошо смешиваем масло с творогом и яичной смесью. Вот такая в итоге у вас она получится. Муку смешиваем с разрыхлителем до полной однородности. Теперь добавляем в нашу смесь изюм и половину муки с разрыхлителем. Перемешиваем, максимально стараясь сделать массу однородной. После того, как вы хорошо перемешали первую часть, вы добавляете вторую часть муки и уже стараетесь довести тесто до нужной эластичности. В итоге оно у вас получится вот таким вот нежным и очень равномерным. Теперь тесто делим на три части и раскладываем по формочкам. У меня форма 9 сантиметров в диаметре. Выпекаем в духовке при 180 градусах приблизительно 45-50 минут. Вот такие в итоге получились у меня куличики. Приблизительно каждый имеет 300-310 грамм. Вот такой у них внутренний мир. Вот такие они невероятно воздушные. Я уверена, что данный рецепт вам очень сильно понравится, и он станет, возможно, вашим семейным. Ну что же, буду ждать ваши лайки, буду ждать ваши комментарии. Ну и как всегда, если вы были сегодня со мной впервые, значит обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. На сегодня все, я с вами прощаюсь, всем пока-пока.